Друзья, ну, вы, наверное, так же, как и я, наблюдаете за некоторыми персонажами, которые вещают из Европы, Америки, Израиля и прочих государств. В свое время они бывшие наши соотечественники, бедолаги. Вот, в начале 2000-х они благополучно покинули нашу страну. Вот, и пытаются найти до сих пор там свое счастье за рубежом. Вот, ну что, ну сочувствие, конечно, вызывают они. Вот, бедолаги здесь вытирали, как говорится, жопу соломой. И там они, конечно, никому не пригодились. Вот, теперь они там, ну, также они таксуют, также моют посуду, прислуживают неграм, местным жителям, ну, более состоятельным, которые унаследовали еще от своих предков, потому что они там лодыри, никто там не работает, у них наследство, а наши приезжают и обслуга. Единственное поменялось, что теперь они, конечно, разговаривают про доллары, вот. Ну, что сказать, конечно, их жалко, унижают они сами себя, вот, у них остановилось вообще время. То есть они думают до сих пор, что мы тут в России плохо, очень бедно живем, что у нас лоси, там, медведи ходят по улицам, вот, что у нас нет автомобилей, нету домов у нас, квартир шикарных, зарплаты у нас очень маленькие, ничтожные, там не хватает, что никуда и ни на пенсию, ни, ну, то есть жизнь такая у нас, вот. Но что я могу сказать, для них информация какая, значит, в конце 80-х закончил благополучно свое существование Советский Союз, в 90-х наступил дикий капитализм, в начале 2000-х все верхние позиции Форбса заполнили россияне. Соответственно, зарплаты росли не по дням и по часам. Сказать, 10 тысяч долларов я начал зарабатывать в месяц где-то лет 12 назад. Вот, до этого там было где-то 5, 6, 7, 8. Ну вот десятку я отлично помню. Где-то 12 лет назад я весной, там апреле, или, да, где-то в апреле. В апреле месяце первый раз я вот 10 тысяч долларов я получил. Ну, еще Михаил Задорнов, царствие ему небесное, ну, стебался над вами. Ну, мы думаем, что вы там уехали в какое-то там счастливое место, какое-то там еще лучше, чем Россия. Ой, есть место, где лучше, чем в России. И вы туда уехали. Вот, мы, ну, а вы позоритесь просто, как бы, совок, блядь, там что-то, у вас там все это, какой-то, блядь, социализм, мы куда-то хотим. Ну, вы спуститесь на землю, какие Роллс-Ройсы, блядь, какие Бентли, у нас очереди за ними. Не хватает Роллс-Ройсов и Бентли, блядь. По два в руки. Люди записываются, нету машин, не хватает. Я вам деревню покажу, вы обалдеете, какие автомобили стоят, какие дома не построены. И как люди живут зажиточно. Это я не беру мегаполисы. Москва, Новосибирск, Новороссийск, там эти, Питер, Казань. Да вы чё, Владик. Мегаполисы там вообще, вам просто вы откройте интернет, поглядите, вам станет неловко. Во-первых, уровень интеллекта, ну, конечно, мы жалеем вас там, посмеиваемся там, поддакиваем, чтобы вы там, поддержать вас из последних сил, чтобы вы там хоть как-то выживали. Прекращайте себя унижать, не позорьтесь. И если у вас что-то не получается, я для вас открыл школу, школа ситеров, вот, я на своем канале обучаю, как заработать денег, это можно по той же схеме делать и в Америке, и в Англии, и во Франции, и где угодно, в арабских странах, в любой восточной стране, везде это мои схемы, везде работают. Записывайтесь, пожалуйста, это недорого для вас, 40 долларов я обучаю вас. От соотечественников своих за 40 долларов вы получаете профессию ситера. Вы в Америке там или где у вас, где ваше место проживания теперь? У нас никто не едет за рубеж сейчас, вот в АВИР рекламу дают, чтобы хоть какие-то россияне делали загранпаспорта, игнорируют полностью, потому что там стало неинтересно никому.
Здесь открываются кластеры туристические, здесь непаханное. Возвращайтесь, примем вас, уж куда же вас девать. Какой не есть, а это, свой, дурак, но свой. Поэтому не позорьтесь. Записывайтесь, ссылки везде в комментариях, в каждом, после каждого моего ролика. Я хоть что-то для вас сделаю, помогу, чем могу. И проконсультирую. Пишите, звоните, WhatsApp, Telegram, в личку, звоните, пишите. Не горюйте. Все будет хорошо.